Етанин, Шипачев и Яшкин. Яшкин здорово сработал клюшкой, отобрал шайбу, но все-таки отскочила она в угол. Не дошло дело до опасного момента. Ларсон, теперь уже он Яшкина обокрал и побежал вперед. Дачанин выигрывает забег у Яшкина, но бросок не позволяет ему нанести, а здесь удается. Удается уфимцам забить, и это Никита Сошников. Сошников вошел, скинул Ларсона. Ларсон протащил, ушел за ворота. И Етанин, и Шипачев назад возвращался вместе с Яшкиным. Ну вот увел же за собой игрока, да. Мог же первым движением отбросить шайбу в сторону Шипачев, но не стал этого не делать. Тот игрок, который будет. Да, вот тот и дело. Тонкий игрок, который посмотрит продолжение. Но тут, как говорится, не успеешь и сказать в такой ситуации.